Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате Гриз. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше прекрасное приключение. Так, идем вправо. Ой, это такие птички. Я только сейчас это понял. Красиво. Так. Подобрали мы бабочек по пути. А куда мне с ними подпрыгнуть-то? Сюда куда-то? Ну давайте попробуем. Ну, действительно сюда, но только нужно как-то повыше. Так, а где их подобрал-то? А, вон. А то я даже и не заметил как-то. Ну, слушайте, а как же туда запрыгнуть? А что, если мы попробуем запрыгнуть? Вот сюда вот, на этот купол. Вот, видимо, так и нужно. Так, здесь тоже есть бабочки. Ага, мы вправо мы так и не пройдем. Ладно. Так, можно налево пройти. А, здесь еще и наверх. Давайте посмотрим. Так, стоп, а так мы вправо. Так мы никуда не пройдем. Оп, опять-таки все отзеркалилось. Так, а нужно ли мне туда? Или попытаться сюда перепрыгнуть? Мне любопытно, что здесь. Так, ну а зачем мне сюда? Мне вправо нужно. Ну ладно, посмотрим. Неспроста же здесь бабочки. Оп. Так, и там сверху бабочки. Оп. Так, это можно сломать. Так, что-то я двигаюсь вообще не в ту сторону, в которую мне нужно. Ага, ну туда я так не запрыгну. Так.
Здесь не переплыть. Ну что это мне даст? Я вернусь сейчас обратно, если здесь вынырну и прыгну с помощью бабочек. Может быть, через этот шпиль перепрыгнуть? Ой, ай. Так, нет, ну это мне не дает ничего. Просто подпрыгнул, чтобы посмотреть еще раз все, что здесь и как. Но если я сейчас вот так вот вынырну, то как бы потом я упаду уже в нижнюю часть. То есть я не перепрыгну через этот шпиль, меня притянет уже в нижнюю часть. А как же мне тогда туда попасть? Что-то я даже не понимаю. Вот это мне ничего не дает. Здесь я просто обратно могу вернуться. Вот и все. И зачем? Как же туда попасть-то? Вот сейчас вообще не понимаю. Даже не представляю, как туда можно попасть. Так, как же мне этот шпиль перепрыгнуть? Ну, вроде как, или мне так показалось только, что прямо вот по центру еще сила притяжения не такая сильная. То есть как-то их сохранить, с собой провести вот туда, в этот куб водяной, не получится, да? А, получилось. Тогда мы сейчас сделаем вот так. Я понял. Я понял, ребята, как нужно сделать, но это сложно. Мне нужно выпрыгнуть вот туда, вот прямо над шпилем уже, чтобы были бабочки, от них оттолкнуться. Но это будет непросто. Вот, получилось. Фух. Оп. Оп. Так, ну а там справа вроде же было еще куда-то можно пойти. Или нет? Ну-ка, давайте просто глянем. Потому что что-то мне кажется, что можно было пойти направо, а я пошел налево. Ай-яй-яй, нет, нужно было заранее вынырнуть, а точнее разогнаться. А, вот это вот мне нужно как-то подобрать.
А как же... Как же это сделать? Как бы мне так разогнаться? Ну, нет, но все равно у меня не получается. Ай-яй-яй-яй, не получилось даже туда запрыгнуть. Так. Вот здесь, по-моему, я думал перепрыгнуть вправо попытаться. Ай, нет, все равно не получилось у меня это сделать, я думаю, не получится. Нет, ну само собой, так уже пытаться бесполезно, придется возвращаться обратно. Стоп, а там были уступы. Хотя и там стена. Так что толку, если бы я даже вот с этой стороны на уступ запрыгнул или с этой стороны. Так, а ну-ка, давайте попробуем. А давайте попробуем это сделать, почему бы и нет. Вот, допустим, вот здесь. Ага, я на них даже не могу встать, на эти уступы. Понятно. Удерживайте Б. Поет она, конечно, красиво. Что это нам дает? Для чего это? А двигаться при этом я не могу. Цветы распускаются прямо. О, бабочки, они здесь были? Ага. Туда наверх вправо попробовать теперь. Так. Я понял. Пение нам нужно для того, чтобы цветы распускать.
Это что? Ух ты! Так. Надеюсь, это не на время. Так, что слева, что справа одинаково, да? Здесь это нам ничего не дает. Нам нужно сюда будет вернуться потом. Когда будет побольше у нас светлячков. Так, окей. А куда же тогда сейчас? Это нам ничего не дало. Так, хороший вопрос, а куда же сейчас? Что если отсюда попытаться прилететь влево теперь? Ой, не долетим, не долетим! Долетели. Так, ну, по-моему, мы отсюда и пришли. Хотя, там вон сверху есть цветок, который мы можем распустить теперь с помощью пения. Ай, вот. Ой, нет, туда нельзя встать, на тот цветок. Я думал, можно. Так, хорошо, а как же мне вон туда-то попасть? Попытаться допланировать до тех бабочек, но у меня не получится. Так, слева там тоже ничего нет. Даже не знаю, как бы здесь. У меня не получится долететь аж до тех бабочек. Вот, мы сразу же вниз идем. Они слишком высоко. Ой, ой-ой-ой. А вот оно что, все понятно, понятно, понятно. Сюда мы не станем, нет? Ладно. А заново. Вот, как нужно сделать? Куда теперь, куда теперь, куда теперь? А, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я ж прямо запутался. Ай, черт! Не успею, не успею, не успею! Хотя, успел. Но что мне это дало?
Я до сих пор толком не понимаю, что это и зачем мы это собираем. Ой-ой-ой, я упал. Наверное, зря. Но я действительно не понимаю, куда нам нужно идти. Опа. Так, ну судя по всему, нужно вниз опять. Теперь здесь вода. Что это нам дает? Так. Еще одну искорку этого. Светлячка. Но, видимо, я правильно двигаюсь. Там внизу можно было куда-то еще пройти. Ой. Что быстрее, не успеваю. Ой. Ну, миллиметра не хватило, как же обидно. Обидно, досадно, но ладно, по крайней мере, теперь мы знаем, что нужно сделать. Теперь я сделаю это побыстрее. Так, здесь что-то можно... Ага, нет, мы справа не запрыгнем, там стена помешает, придется в обход как-то. Ай, нет, все равно не запрыгну. Ой-ой-ой-ой. Немного не это я планировал. Ну да ладно.
Так. Так, там сверху все цветы вроде распустились. Ай-яй-яй, не туда, нет. Хотя ладно. Я просто ожидал, что когда распустятся все цветы, что-то произойдет. Мне нужно... Вот сюда. Ух, как красиво на заднем фоне, посмотрите. Так, мне за тобой просто спрыгнуть? Ладно, летим. О, как. Ой-ой-ой. Сколько у нас уже светлячков? 4 штуки, да? А сколько нам там было нужно, я не помню. Стоп. Вот это можно сломать. Проверяем эту стенку. Нет, туда не проплыть. Кстати, под водой я петь не могу. Ну, это, в принципе, логично. Так, ну здесь я ведь был, да. То есть я сейчас просто обратно возвращаюсь. А, стоп, мне вон туда нужно вправо. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хватает все-таки, да? Двух даже не хватает. Окей. Мы попробуем... Тихо, не надо падать вот так. Попробуем вправо теперь.
также сам отправиться. Ага, стоп, здесь цветок еще есть. Давайте его тоже распустим. Так, с бабочек я уже вижу. Но я хотел бы посмотреть, что здесь. Ай-яй-яй-яй, я же здесь был, да? Но мне тут нужно как-то по-любому успеть. Как-то туда забраться. Ну, там внизу даже встать негде. Просто чтобы успеть. Опа. Там вниз что-то упало. Нужно будет не забыть там подав... Нет, ну вниз не упало, оно вот здесь вот. Ты посмотри. Ух, оно двигается вместе со мной. Эдакий робопаук. Так, 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 и туда можно проплыть, и здесь можно что-то сделать. Допустим, вот туда запрыгнуть, да? Если вот так вот. А, вот куда нужно, все, понял. Это я понял, хорошо, а если сюда? Нет, сюда нам ничего не даст. Ну, почти, почти получилось. Есть. Так, а куда же теперь? Оп. Thank you.
Так, здесь бабочки, здесь мы... Вот сюда, может быть, наискосок запрыгивать нужно. Хотя... А, вот сюда. Так, и теперь можно туда вот. Или... Если сюда. Ой. Черт, нужно было туда, наверное, вправо. А, стоп. Вот зачем здесь. А с помощью вот этих бабочек мы сейчас, наверное, вернемся обратно. Ну, знаете что, ребята, давайте-ка мы здесь, наверное, прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.